А теперь наша очередь. Как жаль, что несколько лет тому назад, когда ему было далеко до 30 лет, он был в Южной Африке, работал за фирму «Полиграм» и не успел принять участие на конкурсе молодых исполнителей в Витебске. Но зато успел получить гран-при на фестивалях в США, Австралии, Египте, Алма-Ате. Это уже немало. Ну, да. Но лучше поздно, чем никогда. Тем более, что ему совсем не поздно, и что он великолепный певец. Да. Встречайте, молодой, но уже самый популярный исполнитель в Болгарии, Диан Неделчев.
Thank you. Спасибо. Благодаря. Какво искам да кажа сега? Момент. Un moment. Много ми е приятно, че съм в Беларусия и в Витебск. Това е едно чудесно място. Щастлив съм, че пея на този прекрасен фестивал. Сега ще го кажа на беларуски. Добрий вечер. Шановные сябры. Я вельми счастливый, что присутничаю на хетом фестивале. Веселитесь. Я люблю вас. Эта песня, которую вы услышали, дала наименование на мой последний альбом, который вышел на базар маркет 2 месяца тому назад и называется «Колко си хубава, Господи!» Той очень красивый, Господи, на большой болгарский композитор Тончо Русев. Вы знаете, Тончо Русев, этот первый композитор Болгарии. Он пишет для меня и для многих певцы, и Филипп Киркоров в России, разбира се.